Скажите, вы в аббревиатурах сильно разбираетесь? Ну, нормально. Что такое ДНК? Понятия нет. Хотя по биологии учили. День, ночь, клуб. Что? День, ночь, клуб? Рибонуклеиновая кислота. Взрывчатка какая-то. ДНК? Ну это что-то клуб. День, ночь, клуб. Правильно? Биология. Не, я нулил. Давайте определимся. Так, день, ночь, клуб или... День, ночь, клуб или биология? Я согласна. Ну, что вы имеете в виду, ДНК? Нет, что вы имеете в виду? Это, наверное, что-то веселое, музыкальное и с развлечениями. Клуб ДНК. Программа «Дело вкуса» в гостях на дискотеке, которую сегодня ведет диджей русского радио Саша Абальмаз. Саша Абальмаз радио-диджей. И как у него получается вести дискотеки, напрямую общаясь с людской массой, мы, собственно, и выясним. По-моему, пока неплохо, нормально приходится заводить, поскольку русское радио акцентирует внимание исключительно на русских совдеповских композициях, приходится заводить публику исключительно этим арсеналом. Но, тем не менее, все пляшут, все улыбаются, все страдают, в общем-то, от избытка чувств. Поэтому можно сказать, что радио-диджей, опять же, с моей точки зрения, как бывшего диджея, радио-диджей вполне нормально подходит под дискотеки в ночных клубах. Саша Абальмаз, который любезно согласился поделиться с нами своими секретами. В общем-то, об этом попозже. А с вами «Дело вкуса». На мой взгляд, самый лучший клубчик, в котором такие девчонки такие пляшут, где мы... Они везде пляшут. А, у нас они по-особому пляшут, потому что они просто пляшут. Стоп, 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 кадр. Какой стиль нравится? Как танцуем? А вот именно вот так. Вот в яблочко, да? Да. Ну давай, оторвись. Давай, хопа, поехали. Хопа. А вот поехали, движ. Давай. А вот место сразу сюда, сразу к нам. Как дела после трюка? Well, что? Well, все нормально. Позвоночник well? Конечно. Никаких проблем? Конечно. Откуда? Сколько надо выпить, чтобы такую фигню затворить, а? Столько надо работать и крутить дискотеку. 78-го года. Я говорю, сколько выпить надо, чтобы такой трюк замочить? Учиться надо. А сколько от груди жмешь? А? От груди сколько жмешь? А сколько надо? А меня выжмешь? А сколько ты весишь? 75. Выжми, аж бегом. Давай, выжми, я посмотрю девчонок, давай. Прямо сейчас? Прямо здесь, давай. Не. Давай. Что, давай, я же, давай, да. Поехали. Давай в обхват. Только не подбрасывай. Давай в обхват. А что, 75 не выжмешь? Подбрось. Просто я нет? Только вчера с зала, веришь? С зала? Ну ничего, да. Попробуй. Давай. Это дело вкуса! Все дело вкуса. Программа «Дело вкуса» до сих пор в середине ночи находится в ночном клубе ДНК, где танцующих людей по-прежнему столько, сколько и было в начале дискотеки. Это, в общем-то, показатель. И в связи с этим наши ведущие шоумены, такие как МС Рыба и DJ Flash, собираются провести серию вечерин именно в этом клубе в наступающем месяце. Ну а все, которые хотят... Тех, которые хотят присоединиться к этим вечеринам, милости просим. Вас ожидает клуб ДНК. А с вами «Дело вкуса».